Твою ж мать. Что не так с этим вонючим стримом? Точнее, интернетом. Так, поехали. Блин, чертов интернет. Да, овал, блин, что-то гуфнулся на пару. Буквально на 30 секунд падает, и пока перезапустится этот OBS, он уже там какое-то время должно пройти. Так, давайте обновим жилище вождя на кубе. То есть он не сразу перезапускает стрим, а там надо какое-то время должно пройти и так далее. И давайте в политике пошарим. Пруссия по-прежнему не хочет торговать. Не хочешь. Швеция. О, Швеция, торговый путь освободился. Торговля не хочешь? Торговля есть. Со шведами. Кстати. Так, ладно, шведы. С мелкими государствами. Попробуем Крым. До сих пор жив. Не хочет торговать. Так, государства, которые воюют со всем миром, тоже не хотят. Привет опять. Снова. Ака. Приветствую. Мы снова в эфире. Так, торговля. Нет, все. Пуэбло. Так, торговое соглашение. Хорошо. Военный союз. Прекрасно. Так. Разрешить проход на неопределенный срок. Соглашаемся. Тем самым приобретем себе нового союзника и торгового партнера. Соглашаемся, соглашаемся. Отлично, просто супер. Теперь мы хоть не одни. У нас британцы в союзе и Пуэбло. Наши мексиканские индейцы. Мексиканские индейцы. Так. Все, 400 монет осталось. Завершаем ход. Так, если стрим нормально идет, что-нибудь напишите там в чат, какой-нибудь смайл, я не знаю, точку. А то непонятно. То ли у меня чатик не работает, то ли вы уже спите после тяжелой рабочей недели. Что-нибудь, все, поехало, вижу. Спасибо. Понял, понял, работает, значит. Странно, такая задержка, наверное, идет. То ли у меня задержка на стриме. Так, построились у нас здания. Наши фермы. Так, и я хотел. Слушайте, я даже не знаю, лучше сначала фермы, а потом уже эти торговые все постройки. Давайте обновим ферму. Малая меховая фактория. Так. Ну, комодус.
Тут за кого хочешь, внизу прайс, заказывай, будем за кого хочешь играть, за кого нужно. А, 40 секунд, понял, ничего себе. А раньше на кибере было вообще мгновенно. Блин, ну 40 секунд это вообще как-то жестко. Надо посмотреть в ОБС. Не, я вроде убирал задержку вообще полностью. Может, новая политика кибера насчет задержки. Так, жилище, давайте вложимся полностью в экономику. Хотя давайте на Кубе построим табачные плантации. Так, пираты отвалили от нас. Пираты отвалили, отлично. Берем войско. Я вот сюда хочу высадиться. Так. Ох, не потерять бы нам всю армию. Так, а, нормально, нам хватит одного хода. Надеюсь, здесь не будет вражеских кораблей. Ой, все чисто. Повезло нам. Тут уже армия такая. Так, стоп, осада. Тут уже есть крепость. Крепость, крепость, крепость уже в наличии. Так, ладно, я понял вас. Так, вот эти все здания европейские сносим. Да, Ка, это твоя южная армия. Вождь. АК СПБ Питерский попал на испанцев. Кстати, впервые вообще за стримы Total War мы воюем с испанцами. В плане Empire Total War. В Наполеоне-то мы с ними много воевали, когда играли за португальцев. А вот в Эмпайре еще не сталкивались с испанцами. Ну ладно, как раз ты будешь первым АК, кто поведет индейцев на испанцев. Так, 1800 монет есть, можно еще вложить в экономику. Давайте жилище вождя построим. Оно в процентном соотношении добавляет доход. Завершим ход. Пафнуть и насчет адмирала. Так, кстати, враг сразу же идет в контратаку. Примем бой. Чё? Вот кто спрашивал, если у вас пушек нет, а крепость второго уровня. Носков, по-моему, спрашивал. Вот, пожалуйста, мы осадили, и на следующий ход компьютера контратакуют. Крепость, соответственно, не участвует бою. Точнее, она будет на заднем плане там мелькать, но компьютер атакует, мы обороняемся. Так, дождь, в принципе, нам только плюс от этого, у нас больше отряда ближнего боя, чем стрелковые. Спрячем здесь наш засадный полк.
Ну, стрелков на передний край выдвинем. Так вот. Бегут испанцы. Так, ну-ка давайте посмотрим, что у них тут за войска. Ну, это понятно, это городское ополчение, мне интересно. Так, колониальная пехота. Тоже не очень интересно. Вот такие бородатые. Колониальная линейная пехота. Так, а это кто? То же самое. Вот опасная вещь. Легкая кавалерия. Вот против индейцев кавалерия — это, конечно, вещь очень опасная. Снесет их с натиска и даже и не спросит, как звали. Так. Ну, атакует он, поэтому я тут особо... конница у нас в засвете, то есть он ее видит. Стрелков он пока еще не видит. Собственно говоря, будет, значит, агриться на нашу кавалерию. Стрелки... Ну, мало сил, конечно, мало. Три отряда ближнего боя — это... слабенько. Так, но у него пока штыков нет. Да, такая линия, блин, я тут нападу, ну куда ни напади, сзади прикрытие из стрелковой линии, линейной пехоты. Так, ну у нас ребята за счет более дальней стрельбы открыли огонь. Включим им перестрелку, режим перестрелки, чтобы они отходили. Так, ладно, тут можно сносить. Смысла нет в перестрелку вступать. Все, ребята, не стрелять.
Там завязался ближний бой. Здесь натиск. Так, натиск прошел, отступаем. Срочно и быстро. Здесь вырезаем, вырезаем по максимуму. Конец отступает. Конец отступает оба от эскадрона. Все, отряды ближнего боя тоже назад. Так, ребята. Вот по этим открыть огонь. Все мимо. Не, в кого-то попали. Так, это кто? Индийские вспомогательные лучники. Вперед, атакуем их. Вперед. Лучники это жесткие ребята. Так, все, стоп, стрельба. Конница вперед. Ребята, вперед. Так, здесь конница отработала. Отряды ближнего боя. Конница отступает. Назад. Вождь назад, 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 назад. Сейчас вождь отойдет назад. Так, отряды ближнего боя тоже назад. Так, отряды ближнего боя завязались, поэтому отступать не стоит, иначе в потери будут больше. Так. Что, наш вождь? Неприятельский вождь убит. Отлично, отступаем нашим вождем, чтобы нашего еще не потерять. Так, здесь идет ближний бой. Стрелковая пехота. Конница отступает назад. Здесь конница, блин, она все портит. Легкая колониальная кавалерия, она, блин, просто жестит. Ничего мы не можем против нее противопоставить. Так, наша кавалерия врывается в ряды противника. Вождь тоже участвует в бою. Так, стрелковая пехота, подходим. Вождь сюда. Удар. Хреновый натиск получился. Привет, зловред. Так, осталось только кавалерию убить. Быстро в темпе бежим. Расстреливаем. Так, конница отодвигается, помогает ребятам. Здесь отступаем, в ближнем бою не завязываемся. Перестрелкой, может, нам один отряд поможем. Одним отрядом. Так, вождь краснокожих. Вождь краснокожих бьет вот этот отряд. Главное бить с натиска. В ближнем бою завязался, все, конница нулевая в ближнем бою. Индейская. А вот с натиска неплохо. Залетает. Так, пошла стрельба.
Все, стоп. Стрельба. Чем ближний бой. В ближнем бою индейцы стрелковой пехоты тоже неплохо работают. И теперь надо добить все вообще. Все, что есть противника. Все надо добить. Догнать, добить. Уничтожить. Фух. Тяжелый бой, я вообще-то думал, что мы проиграем. Какой-то момент битвы. Не-не-не-не-не, ребята, продолжаем. Так, пехота, единственное, что стоп. Все равно не догонишь никого. Так, ну тут добивание. Ладно, тут какое-то оно неэффективное. А, ну все, в принципе. Завершаем битву. Полная победа, но потери вообще колоссальные. Понесли мы. Просто нам подкрепление, даже если вести, то это через вот этот Мексиканский залив с большой земли, так скажем. 500 человек потеряли. Остались вообще копейки просто. Остались копейки. Да не только скальп, все собрать. Все, что плохо лежит, все собрать. Так, опять чатик рухнулся. Рубашки там, чулки, парики. Чингачгук, да, правильно. Так, порт блокирован. Куба. Ну понятно, пираты тут беспредельничают. А здесь у нас никаких шансов, да? Предлагаем капитуляцию противнику, он не сдался. Не, шансы, мы разбили армию, то есть никаких шансов. Точнее, наоборот. Шансы ого-го. Так, давайте сохранимся на всякий случай. Автобой, как видим, на нашей стороне, но надёги на него никакого. Так что на всякий случай сохранимся. Victory. Победа. Ну, отлично. Уничтожаем здание. И ремонтируем единственное вот это вот здание, которое дает нам пушки. Область захвачена. Отлично. Превосходно. 1300 монет нам она приносит. Вообще супер. Порт чиним. 4000. Так, деньги. Так. Сюда нужен еще один десант. Поэтому формируем армию в Луизиане. Собственно, зачем формировать? У нас есть небольшой отряд. Отправляем его в Луизиану. Попутно еще нанимая здесь войска. Вот конницу возьмем. Привет, Плейтман. Да. Слишком много снега в Америке. Нужно растопить снег. Будут только краснокожие. Краснокожие ребята править. Так. Все, в следующий ход они дойдут. Здесь еще конница наймется. И где наш крутое судно? Где наш корабль?
Корабль отправляем. Да. Ну, не 4, там чуть побольше на самом деле. Вот я тебе могу показать. Вот, допустим, самые топовые казармы. Вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Плюс конница. 9 типов юнитов. Плюс мега супер нагибаторская, супер-пупер лазерная моторная лодка с одним орудием. Но зато каким орудием? На всю лодку. Оно по сути стреляет ядром, и ядро, знаете, как в детстве кидали камешки. Оно скачет так по воде и пробивает дно линкору. А ядро толкают два парня, таких мощных, краснокожих. Так. А, рудник. Интересно, ну да, он, наверное, приносит деньги. Кузницы, наверное, не приносят. Непонятно, короче, приносят ли эти рудники европейские или нет. Завершаем ход. Хотя нет, стоп, у нас 4000 еще есть. 4000. Так, в дороге, да нет, тут дороги не нужны. Север. Давайте проапгрейдим все-таки север уже. Вот в частности вот эти здания, которые дают по 1500 стоят и прибавляют нам доход. Так, плюс армию ближнего боя нанять. Плюс. Все. Пройтись вот по этим постройкам мелким. Вдруг фермы где-то еще не построены. Так, вот, как раз натуральное хозяйство, да, я вспомнил. Ну, так, секунду. Ну, перерыв.
Так. Поехали дальше. Так, 1800 монет осталось. У нас, то есть, право прохода есть. Так, здесь строим. Все, все деньги потрачены. Завершаем ход. Наука исследуется. Еще три хода и будет у нас коксовая доменная печь. Какого черта у индейцев коксовая доменная печь, не понимаю, но ладно. Пускай будет. Ну, зловред. Сейчас будет. Ты пока придумай кличку. У нас каждый командующий отрядом вождь маленького племени, который пришел на зов главного вождя, на клич. Вот, и привел с собой все мужское население своего племени. Соответственно, каждый вождь имеет кличку. Так что отрядом теперь командует, вот, допустим, вождь племени какого-то под кличкой. И вот ты придумаешь кличку. А я тебе дам отряд. Вот у нас есть. Где он у нас? Легендарный уже. Потому что он взял Мексику. Вообще регион Мексику. Это у нас легендарный вождь. Сия Питерский. Ака, ой, точнее, АКСПБ Питерский. И Сия Краснюк на юге. Гуронов не знаю. Мне пока испанцев хватает. Так что, зловред, придумывай кличку. Вот он, твой вождь. Или у тебя вождь по кличке Зловред будет. У нас есть еще, допустим, артиллерист, меткая портянка. По кличке меткая портянка. Так что тут у тебя полностью развязаны руки в выборе клички вождя. Так. Охотничье хозяйство. Да, нам нужно тут общественный порядок развивать. Да и, собственно, военную инфраструктуру. Давайте охотничье хозяйство построим. Этот регион для нас будет ключевым. Отсюда мы будем расширять свою империю. Здесь мы обоснуемся надолго, я думаю. Так, далее. Чуть-чуть не доходит. Нет. Бей белых. Хорошо. Так. К нам присоединился вождь из племени. Мексиканского племени, живущего в предгорье Мексики по кличке Бей Белых. Так, ну и, соответственно, пополняем эти отряды воинские.
И надо будет брать вот этот городок. Он, в принципе, не прикрыт никаким гарнизоном. По сути, это глубокий тыл испанцев. Они не ожидали высадки индейцев. Самый старый зритель. Вот, кстати, сам насчет самого старого зрителя, Зловред самый старый зритель. Он, по-моему, еще с первого стрима по Португалии зашел на первый стрим, по крайней мере. Его, он самый-самый первый отряд у него был. Отряд Зловреда. С него и началось название отрядов там всяких. Я вот решил на тот стрим придумать такую штуку. Так, Синфилд, давай, придумывай кличку вождя. Длинная пятка на юге. Ну, на севере, точнее. Отряд ближнего боя я тебе вручу. Вот. 4 лычки. Элитный отряд. Ближнего боя 16. Ближний бой. Натиск десяточка. Оборона 9. Вообще шикарный отряд. Так что придумывай себе кличку пока. Длинная пятка. У нас на юге. Вот она. Вот вождь, длинная пятка. Так. Ну, я понимаю, что почти. Я просто... Так. Тысяча 200 у нас есть, но... Либо в найм уйти. Точно. Вождь молдаван. Дело в том, что испанцы в свое время разбили османский флот, вот, который перевозил рабов из Молдавии. Молдавия под османским игом. И на одном из этих бортов, этих судов, было население небольшого, небольшой деревеньки, в которой жил Синфилд. Вот, бой случился вот в этом заливе. Ну, испанцы, недолго думая, взяли в рабство этот народ и привезли как раз таки в Мексику, чтобы они осваивали местные земли. После того, как мы забрали этот город, Синфилд со своим народом присоединился к нам, нашей праведной войне. Поэтому вождь по кличке Молдаван, позывной Молдаван, присоединяется к нам. Так. А мы тут уже можем нанимать? Нет, пока. О, давайте пушку тут пока занаймем. И все, денег у нас нет. Ходы все. В принципе, я отходил. Завершаем ход. Плейтман, ну, предлагаю кличку вождя. Будешь служить вместе с длинной пяткой, с Оуэлом на юге. От французов отбиваться. Там места много. В южной армии. Ой, в южной, в северной армии. Да, шведы, слушайте, что в компании за Россию они нагибали всех на воде, в море, в открытом океане они властвовали. То сейчас тоже, смотрю, уже флоты такие у них нехилые плавают. Так что со шведами будем дружить. Ну, мы с ними торгуем, по крайней мере, нормально. Так. Эти пираты все не угомонятся никак. Так, мы тут развиваем наши фермы потихонечку. У нас доход уже растет, уже 8000.
Так, 8000. 8000, это значит, надо нанимать армию. Обязательно. Так, здесь надо нанять вождя. Поборник Хоруса. Так, хорошо, поборник Хоруса. Ну-ка, поместится твое. Поборник Хоруса. Тебе вручается целая ударная группировка войск, которая будет охранять наш южный порт в Мексиканском заливе. Будешь командовать целой армией. Клейтман. Так. Слушайте, у нас, прикиньте, у нас этих стрелков всего 8 отрядов на всю нацию. И все. 8 батальонов стрелков на всю нацию. Всегда, пожалуйста, зловред. Мне не жалко, войны мне нужны. Так, ну ладно, тут охотничье хозяйство можно улучшить, родовые угодья тоже построим. Деньги есть. И наймем обязательно войск. Пушечку. Отряд ближнего боя. Да, французов мы уже, в принципе, покарали, как могли. Единственное, что гуроны можно десант отправить. Великобритания здесь уже, в принципе. И еще один городок французский, два французских городка в Южной Америке есть. Вот туда можно будет десантом прорваться. Так, ну, перво-наперво. Армия у нас тут еще восстанавливается. 1600 монет. Так, вот здесь вот разовьем дом вождя и завершим ход. Британцы мне помогают. Воюют с французами. Сейчас отбили. Ой, с французами, с испанцами. Гибралтар, я смотрю, они немножко подтеснили. Дали бой, высадили десант. Нормально. По крайней мере, испанцам, как я понимаю, сейчас не до Северной и Южной Америки. У нас есть шанс полностью выбить их из региона. Я видел, да. Ну там не там леса, там только на корабле, если что, Синфилд плыть. Там по лесам хода 2-3, а то и больше, а то и 4 идти до них. А вот на кораблике можно быстро сплавать. Вот, но опять же, пока они меня не трогают, я их не буду трогать. Потому что у них один город, и они постепенно нанимали армию, да? Мы туда приплывем, а там две армии стоят, или одна полная. Мне ради какого-то задрыпанного города туда целую группировку отправлять тоже не хочется. Вот они там, пускай сидят себе. А, ты имеешь в виду вот этот город, я туплю. Вот этот мы заберем сейчас. Обязательно. Так, давайте наймем, во-первых, войска. Так, стрелковая пехотница.
Конница, конница. Да, я понял, Синфилд, я понял тебя, я понял. Так, стрелковая конница, давайте наймем. Слушайте, будем троллить конную армию такую небольшую наймем. Сколько отрядов доступно? 6 всего для на всю фракцию. Понятно. Так, что еще? Хозяйство. Французы, ну не знаю. Такая твоя судьба. Здесь нельзя покидать пока. Хотя... А, вот есть еще Франция. Давайте сюда корабль наймем один. Поплывешь брать вот этот остров. У французов там еще один городок остался на севере. Он угрожает нашим городам северным. Поэтому поплывем туда десантом. Корабль я уже нанял. Так, армия. Что здесь? Стрелок один. Ненужный, по сути. Если брать, то 2-3 отряда. Один стрелок мало что решает. Так, ладно. Да, сейчас в Испании надо разобраться с Испанией. Во-первых, улучшить здание. Во-вторых, вот этот отряд. Здесь у нас наем орудия. Но мы ждать не будем, мы пойдем в бой. С порядком тут нормально все, поэтому приспокойненько отправляемся. Так, что нам предлагают? Сахар, сахар, обязательно сахар, сахар. Самый дорогой в игре. О, Австрия куда-то поплыла с целой армией. Да, с Англией у нас союз. Да вон они с испанцами тоже воюют, и с французами. Мы с ними в союзе. Так, Венеция дает о себе знать. Потихонечку идем к новому Гватемале испанской. Испанцы те еще мясники. Их встретили с хлебом, солью, одарили золотом. Но им было мало. Они вырезали целый народ здешний. Поэтому мы их будем жестоко карать, уничтожать их города, снимать с них скальпы и отправлять обратно на каноэ в Европу. Так, за тот геноцид, что они устроили в Южной и Северной Америке.
Так, ну давайте наймем, во-первых, отряды ближнего боя и... Да, три отряда ближнего боя. Пушечка здесь есть. Плюс корабль нанялся. Так, конфедерация племен. Здание самое последнее, как я понимаю. Тут индейская артиллерия будет доступна. Кстати, 21 огневая мощь, дальность 800, меткость 35. А фалькнеты? Так, меткость 45. А фалькнеты-то покруче будут. Европейская артиллерия-то будет получше. И в перезарядке тоже. Так что у нас европейцы будут воевать за артиллерией. Так. Во-первых, берем два орудия. Конницу. Не, конницу оставим. Отряд пехоты. Сажаем на корабль. Да ты тупица, блин. Я тебя сейчас грохну. Какого черта ты выкандудат? Так, ладно, а ну-ка выйди из порта. Все. Так, далее ты плывешь. Плывешь, куда ты плывешь? Вот сюда. Сейчас посмотрю. Синфилд. Так, армия. Блин, ну тут такие многочисленные силы. Я даже не знаю, стоит ли тащить всю армию. Так, оставим вот эти отряды. Пару отрядов оставим. Ambush in place. Move aboard. Не, зловред, почему? Ты ж там идешь потихонечку на тропу войны. Так. Дания. В общем, Дания у Швеции отобрала Норвегию, а Швеция у Дании отобрала Данию. Разменялись так. Так, у нас построили здание. Развиваем нашу столицу мексиканскую. Это у нас такая база будет мощнейшая в Мексике. Все, вроде все сделали. Единственное, что вот здесь вот нанимаем еще отряды. Будем брать соседний городок. И завершаем ход. Португальцы там дают о себе знать тоже. С австрияками воюют.
Так, дорога перекрыта. Так, десант на корабль. На нашу каноэ. И вперед на высадку. Последний северный город Франции в этой части. Так. Атакуем. У нас есть европейские трофейные. Так, пушки, пушки, пушки. Наемники европейцы участвуют за нас в бою. А у нас по сути одни отряды ближнего боя. Конницы нету, что-то я не зря не взял конницу с собой. Так, пошли первые залпы. Это, конечно, все хорошо, но мы должны перестраиваться потихонечку. Вот этих ребят поближе. Блин, открытое поле, блин, как сюда можно спрятаться? Это Сия командует. Сия Краснюк. Вождь северного отряда. Ну и плюс артиллерия. В артиллерии тоже зритель. Меткая портянка. За пушками. Так, понятно, понятно. Ну давай, давай, давай. Удачи. Потихонечку продвигаемся. Не, лучники фуфло, Синфилд. Никудышный отряд. Я от них отказался еще на прошлом стриме. Они не актуальны. Так, завязываем ближний бой, они выстраиваются в линию для броска. Вперед, здесь тоже вперед. Не дадим им отстреляться, здесь быстро фланговый удар. И по центру, все, они начинают перестраиваться. Завязываем, вождя быстренько сюда подтягиваем. Пошла мясорубка.
вперед. Здесь чардж. Сюда. Мясо. Мясо. Далее этим отрядом обойдем. Здесь можно чарджа ударить. Так, орудие, стоп, стрельба. Вождь может отступающие отряды подобивать. Так, там еще один отряд остался. Все, просто смели французов. Так, это не лучники ли? Да, это лучники, так что конница лучше всего их нагнуть. Все, не успеют, конечно. А, вот оно что. Здесь еще лучники. Индейские. Или топорщики, топорщики. Давай, кто кого. Предателя. Ух ты, вырубили нашего. Нужна подмога. Так, вперед, 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 ребята, вы же на коннице, давайте. Все, последний оплот французов на севере страны изничтожен. Разрушаем здание. Так, меховую ферму. Здесь ферму сносим. Лесопилку тоже сносим. Поставим наши лесопилки. Отечественные. А, в отечестве, по-моему, нет лесопилок даже. Да, лесопилки, значит, оставим. Я передумал. Дело в том, что если снести лесопилку, наши лесопилки не будут доступным. Но у индейцев нет просто лесопилок, они не рубят лес для товара. Так, лес у них не товар. Так, жилище воинов, да, нанимаем. Так, тут городок и этот, как его, индейский. Так, конь, ну один вождь обязательно наймем, и еще один отряд ближнего боя, и все. Денег у нас нет. И на следующий ход доходим до испанского городка, до Гватемалы. Здесь у нас гарнизончик небольшой, обороняющийся. И готовый к бою. Готовый к бою. Поборник Хоруса ждет своего часа. Пока
пока надо ждать. Вот следующий город, следующая цель. Сюда мы будем высаживать наш десант. Ладно, ребята, пока на сегодня закончим. Отдыхайте. Завтра выходные. Включите какой-нибудь фильмец. Я вот сегодня «Ярость» посмотрел с Брэдом Питтом. В хорошем качестве появилась. Так, боевичок на один раз. Вполне себе подойдет. Вот, а с вами мы увидимся завтра. Так что всем пока, до завтра. Остальное не зависит от нас, повезет или нет.